хочу. Чем понравился? Не Островский, конечно. Не Островский, а почему? Это уже современная интерпретация со современным словом. Это вам не понравилось? Нет, ну как, это уже как данность сейчас. Мы оригинал не видели, поэтому сказать. Все театры, просто все дело в том, что сейчас все театры так делают. А вы чего-то другого ожидали, когда шли сюда? Ну, вы знаете, я просто... прочитал про пьесу, ну, немного другого, да. Все дело в том, что раньше все-таки спектакли, которые ставились в 80-е годы, там, в принципе, была, ну, и там, классика, она классика, а здесь уже... чисто коммерческие как бы варианты постановок, чтобы просто народ пошел.